все-таки сейчас, 60 лет спустя, прокуратура занялась этим делом? Да просто потому, что и родственники, и пресса, и общественники, их большое количество, обращаются к прокурорам с просьбой установить истину. И мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов, как наиболее вероятные, три. Все они так или иначе связаны с природными явлениями. Криминал исключается полностью, подчеркиваю. Нет ни одного доказательства, и хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии. Это может быть лавина, это могла быть снежная доска, так называемая, или ураган.